Приветствую, народ. Мишаня разбирает колеса. Мишаня, ты зачем колеса разбираешь у нашего Форда? Чтобы сделать диски покруче. А, мы с тобой делаем диски покруче, да? Да. Круто. Сейчас покажем нашим зрителям, какие мы диски делаем, да? А ты что делаешь, Миша? Откручиваю. Нет, ты не откручиваешь. Ты разбираешь колеса, чтобы освободить резину, правильно? Да. И мы с тобой будем делать отличные диски. Вот такие вот шикардосовские диски будут на нашем проекте. Копийные шикардосовские диски. Мишаня, как дела? Разбираешь? Нормально. Нормально? А ты уже собираешь? Ага. Пойдем посмотрим, что у нас там творится. О! У нас тут творится огромная куча. А что мы тут делаем? Станок пустой. А, вот они. Вот они, дисочки-то. Вот они, дисочки. Колечки и прочее. Это передний диск. Внутренняя сторона. Собирается изнутри. Такими вот винтиками. А вот лицо. Самая сложная деталь, можно сказать. Вот, накрутили со станком такое вот положение. Сейчас будем фрезеровать. Вот под таким углом на этой округлой поверхности рисуночек. 5 продолговатых отверстий. Вот они, 5 продолговатых отверстий. Время уже 8 вечера. Хватит на сегодня. Эту ответственную фрезеровку лица мы отложим на завтрашнее утро. Какие интересные облака. Так, давайте-ка попробуем зарезаться на одно отверстие, да? Получается на 2 диаметра.
Шикарный диск получился. Мне очень нравится. Круто. Машинка поломалась. А что с ним? Заклепка тут сломалась, да? Угу. Вот что я тебе сделаю, ты его вырвал. Шуруп потом можно будет прикрутить. Я думаю, что будет прикольно. Ну и какая штука? Классно. 5 отверстий, да? 5 продолговатых отверстий. Покажем зрителям. Диски мы сделали размером 2,2. Вот мы его установили. Такая вот красота. Только единственный минус из-за того, что мы растянули вот эту покрышку, она у нас стала шире, как говорится. И резина на нем вот так вот гуляет. А вот у нас колесо на 2,2. Вернее, резина. Вставляем сюда легко. И вот здесь она смотрится просто прекрасно. Короче, надо менять теперь резину. Потому что это уж совсем как-то не так. Надо, чтобы профиль был такой вот прямой. У меня с лысыми протекторами нет покрышек, поэтому этот зубастый только. Могу показать. Ну, в общем, профиль виден. Форма профиля вот тут. И форма профиля вот тут. Тут практически горизонтально вот так вот выходит. Вот так вот. А надо, чтобы попрямее был. Вот разница получается. Видно разницу? Конечно, видно. Такие вот дела. Следующим шагом надо менять покрышки. Но это будет другая история. Сейчас попробуем собрать и установить диск на машину. Можно здесь увидеть разницу. Вот это 1,9. А это у нас 2,2. А это у нас на машине. Размерность колеса наружного диаметра резины оставить таким же, но резину надо использовать 2,2 размером. И тогда у нас Ford отличные параметры приобретает. Копийный размер колес. Диаметр. Дисков, вернее. Да. Разберем один из плугов, чтобы запаковать и отправить.
Вообще народ за 1000 с лишним просмотров 50 комментариев, это как-то несерьезно. Все-таки плуг стоит целую голубенькую бумажку. Надо сделать небольшое условие. Розыгрыш будет в том случае, если количество комментариев перевалит за 100. Вообще, очень мало обратной связи, господа. Не хватает мотивации. Плугов-то надо разыграть еще вот столько. Сейчас это запакуем и будем отправлять первому победителю. В следующем фильме про Форда будем делать задние колеса. Шикардосовские копийные. В размере 2,2. Ну а плуги, господа, будем разыгрывать при условии 100 комментариев. Пишите все, что хотите. Только не ругайтесь матом. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте лайки. Как возобновить фильмы? Как возобновить фильмы про экскаватор и гидравлику, вы все прекрасно знаете. На этом все. Всем здоровья. Пока-пока.